Привет, ребята! Я сегодня уже без макияжа, по-домашнему. И уже все у нас чистенько убрано. Стол остался один, второй вытащили назад на балкон. На крышу. И сейчас жду к нам... У меня уже день рождения, как свадьба, на 3 дня растянулась. Первый день с родителями, второй день с друзьями. И сегодня опять с друзьями решили к нам все прийти. В общем, решили устроить сегодня пивной день. Рыбка, пиво, сырочки, всякие штучки. Вот, и будем еще общаться, смеяться. И Хатуна, кстати, проспорила нам вчера с Аней. Мы с ней спорили, она должна кукарекать. Должна была кукарекать в центре города, но мы решили ее пожалеть. И прокукарекать у нас на крыше. Потому что, во-первых, дождь, во-вторых, никто не хочет, понятно, переться в центр сейчас. В общем, уже решили, у нас соберемся. В общем, я думаю, сегодня будет опять весело. У нас все продолжается, никак не можем распрощаться с друзьями. Поэтому растянулись, решили еще и сегодня. Мы так вчера напелись в караоке, что это... Я утром встала, у меня аж голос сел. Кричали тут, пели... Ой, как было весело и классно. Я проснулась с таким, как это сказать, хорошим настроением, такой осадок приятный, не знаю, после вчерашнего дня. Очень классно, обожаю, люблю своих друзей. Я не знаю, что бы я без них делала. О, кто-то идет. Серик, ты? Нет, я не хочу. Ой, а я в пижаме. Опять. А я тебя не видела в пижаме. Вот даже не без пижамы. А я как раз начала это, влог начала заходить. Да? А Миша где? Он же, пока я делала Вики, ну, он был. Ага. И он поехал скупиться продуктов домой. А, ты вон сам поехал? Он уже скупился, уже едет. Понятно. Чтобы не ждать. Заходи. Меня, потом нам вместе. Я поняла. Сережка в магазин побежал же, еле выпхала, господи. Да. Побежала это, там хочет еще взять и сырочек я заказала, в общем. Ну, я же не могу без сырочка, ты понимаешь. Ну, заходите, девульчики, уже скоро Аня с Лешей подтянутся. Сорокиным звонила, что-то трубку Валик не берет, не знаю, может, перезвонит еще, да. В общем, пока так. Так, вот такой у нас мини-стол. Отдельное государство. Ты сюда нам подушечку ложи себе, тарелочку кушай. Хочешь, разнос могу подать. А я груши, мне такие невкусные. Иди ко мне. Давай, беру, чтобы тебе было. Все? Так, кушай, что ты все? Свадьба уже третий день, гуляет. День рождения! Я говорю, день рождения дубль 2, да? Да. День рождения. Заходи. Кого? Курицу. Курицу, говорит, едим. Она заряжается куриным. Надо, конечно. Да. Лёнь, стань. Дан. Тепки не бачиш мене? Ні, взагалі ти радий заходиш, як наче вчора не гуляли з нюхом. Привіт! А чого мені грустити? Ти чого не грустити? А чого мені грустити? Чого грустинка? Привіт! Слушай, они тоже такие на веселухе, заряженные приехали. Да. Я буду слушать сейчас кукарекать. А Миша заходит с кока-колой, мы такие в один голос практически с Хатуна. Ты что, бухать собрался? Миша говорит, ты напиться сегодня решил кока-колой. Да, Мишу кока-кола вставляет. Сегодня вообще одна бутылочка, яка догонитесь, он стаканчиком колы вперед вас. Я сказал, сдавный алкоголь, я говорю, тут сладкий алкоголь надо брать. Сладкий, да-да. Так, ну проходите, как раз только понагрело. Алексей, они вообще хотят, не хотят делать, не делать. Так, давай вперед, кушаешь и убираешь комнату, понял? Телефон нельзя. Кушаешь, убираешь комнату. Семейные истории. Послушай, какие мальчики наглые, представляешь, говорят, не завтра, не надо делать.
говорю, так, мне все равно, ты кушаешь, что там делать, и убираешь комнату, без телефона. А не ее, например, или завтрак делать? Я не знаю, может, они-то завтракали уже. Она не, ну учитывая, что ты перенес мне обед к часу и сказал, что Виктория только проснулась, я говорю, что там дома. Она даже вставала, она может проснуться. Так, только вставала. Проснулась, я говорю, о, как скучно я живу, встала утром и на работу. Они только встали. Я спал, ты встала. Папа, ты уже ищешь место, чи что там у меня за спиной? А что, Хатуна кукарекать не будет у нас, я так понимаю. Темно, крыша. Ты тут живешь, люди подумают, что это... Это надо было по светлу, блин. Идем кукарекать, как раз уже дождь закончился. Вот реально не теряться, подожди, снимай. Короче, люди, мы с Анюткой, Санечкой. Да, с Анюткой. Зашли на видео Ларисы, почитали комменты. Ну, написали там по Нюте, Нюта. Нюта сказала, кстати, что все нормально у них. А много комментариев, что Хатуны много, короче, особенно возмутило всех, что я перебила Серегу. Вот сидит Серега, вот Лариса. Я перед ним. А я такого не видела комментарии. Я перед ними извинилась, и перед Ларисой, и перед Серегой. Просто ситуация такая, что мы еще живем не только с камерой, и есть еще там какие-то события, слова. И у меня почему-то включилась какая-то женская солидарность, что типа... Как это? Матриархат? Если не, это не так. Это не так, я видела, была свидетелем, что не матриархат. Но потом я извинилась, потому что да, я перегнула палку, так что все нормально. Критику приветствую, спасибо, что орите, буду меняться. Миша, скажи, как я меняюсь. Переднутую палку? Миша, подтверди. Я тоже. Зуб даю, да, 100%. Переднутую палку вам покажу позже. Люблю, когда муж рядом. Рядом, я скажу. Да, да, да. Как Миша вчера говорил Хатуне? Пари, это не твою или да, не да. Твоя фишка, да, да. Нельзя, нельзя. Не твоя фишка. Серега тоже, спасибо, он такой сказал, да я не обиделся, я не знал, как уже закончить этот тост. Ну, спасибо. Все не знали, как закончить этот тост, потому что вы ее перебили. Я бачу, человека полный эмоций. От мене, от нього, коли він стояв. Зараз Хатуна будеш два рази кукарекати. Передавалася, ти була. Ось ця енергія, тепло, дежурність. Сьогодні буде багато Льоші. Ти да, у нас сьогодні Льоша жжет, зажигалочка, тамада наша. Коли мене женський колектив перебив Сергія, він потерявся. Він втратив ініціативу. А я вже так як воєнний, коли ти в атаки загинув, а так розвинув, все, точка. А палку ми вам покажемо потім. Перегнуту. Вот вам і весь сказано. Боже, така кока-кола вкусна, я давно не пила кока-колу, і мені прямо вкусненько. Мішина бухло, да? Кока-кола. Туда спит, Аня сидит, дубль два. Миша тут присел тоже. Мы мальчишки пошли в этот самый магазинчик, накупили еще всяких штучек, дрючек. Пиво себе взяли, нам с девочками колу и квас. С девочками? С девочками, да. Аня тоже хотела квас, и я, мы заказывали и квас. Колу, а я и колу заказала. Ты только, ты что, колу не взял, Кать? Нет. Тю, я ж просила. Та це ж Миша себе. Мам, ты что, говорила без подарка? Какая кола? У меня красивейший. Помела он. Вика с Лехой там фруктами занимаются. Я, короче, классная хозяйка, уже сижу, жопу развалила. Берем помыло и кладем на ленту. Смотрите прикол. Слушайте прикол. Это не важно. По сравнению с тем, сколько я вешу, я жирная, как меня Миша терпит, как он вообще со мной живет. Нет, я сначала расстроилась, что я вчера разошлась. Меня надо тормозить. Обычно Миша мне всегда говорит, угомонись. Это уже почти матюк. Вот в его словах, когда он говорит, солнышко, угомонись. И он так тихо и ласково. И я уже знаю, что я разошлась. Мне сначала было стыдно, что разошлась. Ну и комментарии. А вот теперь, когда я взвесилась, то мне пофиг, что там пишут. Лучше бы мне написали, Хатуна, ну вы поправились, вы жирная, страшно. Я вот на такое, вы же вообще так расстроились. Прикол, короче. Ничего, взяли, не надо мне прикол. Взяли помело, кладем его на ленту на кассе. И кто-то, Серега, это как шар в боулинге. О, слышите, а вы будете играть? Конечно, так, я боулинг, чемпион мира в боулинге. И в караоке чемпион, сейчас Аня расскажет. Угомонись. Мы
не тем. Не так, Миша. Зая, угомонись. Вот так на ней. А, или как, Котя? Сладя. Не, Сладя, это ты. Я на курсе. А, тоже лапа, 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 вот. Короче, это, боулинг, это как? Мы не говорю, на полном серьезе говорю. Леша, ты сколько, говорит, страйков за час убиваешь? Он говорит, 50 страйков. 50 евро в минуту, да? Леха сегодня жжет, я не знаю. Я реально тоже был чистил. Да, да, Лешенька, умница. Я всегда буду брать, ты на дорожке. Что ж было, короче? А я тоже страйки умею. Боулинг. Хотя раз заступила. Я говорю, заступ, короче, ну не засчитывай. А там же пиликает сразу, да? Пиликает, и гудит. Ты говорю, лап, только не, нет, только не заступи. Заступи. Только не заступи в следующий раз. А я специально, ты меня достал. Я специально не заступлю. Короче, бежит с этим шаром. Смотрите сюда, Аля, смотри. А бежит с этим шаром. Ну, понимаете, похоже, ситуация там же тоже такой вот, ламинат такой. Да, да, да. А он бежит, короче, специально, короче, ногой. Заступает на эту дорожку, подскальзывает. А наш маслом смазан. А, подскальзывает. Вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и вот так. И она, короче, вот так вот вытягивается, как морская звезда. Я головой прямо в жёлоб тот. Боже. Уехала, и голова в жёлоб, куда начинает шар скатывается. И коленкой ударилась, как забила коленку, как это. Ей не больно, а я не могу. Дурко это! Назло, назло! А она вот так же, как тот шар полетел, а тут доехал, сейчас по грибцам доехал до тех граблей. Я летела по тому маслу, ой, все блин, маслу, ужас, одежда, ужас. Так. Вот это ж такое вредное, вот это ж овен, упертая. Миш, а подожди, а там же ж буллинги специальную обувь вот эту выдают. Она, знаешь, как хорошо по дороге. Ты понимаешь? Едет, это сама дорожка, Ань, за которую маслом, нельзя заступать. Да, да. Она маслом смазана. Да, да, да. А что ты делаешь? А давайте когда-то сходим в боллинг. А да, я с удовольствием. Я думала, мы в боулинг сейчас пойдем. Да нет, сейчас нет. Гля, проснулась, только же спала, сидела. Напомнила. Не называй, не называет Зая. Знаешь, что он сделал, а? Да, это вообще. А ты выкинул шкурочки? А? Шкурочки выкинул? Конечно. А что, их едят? А зачем? Мы же их это, нарезаем, а то и... Сироп зеленый, знаете, что это шкурочек. Вы не в коробце, вы не в коробце. Кто? Подождите, я просто 21 год живу с мужем. Мне интересно, мы новость. Это кто? Нет, что? Нам надо что открыло. Сейчас узнаем, спорим, как заработать. Спорим, что я... Ну так, смотрите, сейчас я. Ладно. Сам собой посмотрим. Главное, Хатуна, не спорь, бо ты точно. Не спорь. Это не твое. Спори, это не твое. Спорим, что я на сутку между этими двумя стаканами поставлю один стакан. И я поставлю. И я поставлю. Ах. Я еще в поезде Коммунарск-Москва, в 90-х году мы ехали в классом. Классуха загадала, куда рубль ставили мы. Ну, я уже знаю. Ставьте. Интересно, а ну ставь, Миша. А ну ставь. Гля, оба кричали, ставьте, ставьте. Ставьте. Не, ставьте. А что, ты же сказал? Я знаю просто. Не, ставьте. Ну то поставь, что-то. Ну то поставь. Не хочу. Ну дай мне садочку. Нема. А, есть. А что, а имеет значение купюра, сотка? Еще раз, да, имеет. Да, рубль ставили. На рубля. Я такого не знаю. Да ну, Лорик, это уже старый какой-то. Да, вообще не помню. Да ставьте, короче. Да что ставить? Ну, вот так вот. Ну, на двадцатку поставьте. Гармошка свертает еще так? Да. И она держит все. Так, Леш? Да. Так, я тоже гармошка. А так? Ну, давай. Надо было спорить, блин. Такой, я просто не знала, правда, этот сутки. На гармон. Свинья соточка. Я думаю, что жесткая, да, получается. Правда, да. Я тоже. Я забываю. Идем провожать ребят. Короче, Хатуна пропетляла, так и не кукарекала. Сейчас возле подъезда прокукарекала. И Аню бьет, ту шарфом, ту рук локтями. Все птичье такое. Ой, Леха, прости, села на кукареку. Да
какая не помнит за спорт. Давай Хатунка хоть дома прокукарекай. Давай, ждем. Мы думали, что ты там салют. Это день рождения, это ж... Влад, это тебе. Yes! Леха, ты верты уделался. Нет, да. Не считаю, это же мы заказали, Лурик. Это было конкуренция. Да? Да. Спасибо, да. Мой хороший. А ты не вышла, не посмотрела. Мазались. Ой, уже таксист. Все гости наши ушли. Я уже все убрала, прибрала. Стол уже ушел у нас на место. Розочки, я их сегодня, дурочка, поставила в одну банку. У нас нету вазы красивой. Это у меня цель, надо купить вазу. А потом мне сказали 10 штук, ну получается 5 роз и 5 роз. Я их совместила вместе, а потом ребята говорят, 10 же нельзя, раздели по 5. В общем, назад разделила, красивые, так мне нравится вообще. Да. Назарушка жует на ночь глядя. Ой. Я уже и посуду всю перемыла, уже все сделала. Я не ем. Все, ребята, на этом все. 10 часов. Третий день гуляний и таких позитивных эмоций все равно утомляет. Хоть и классно, и прикольно, но уже хочется это отдохнуть. Очень классно вообще. Я не знаю, мне кажется, у меня такого дня рождения еще не было. Прямо что 3 дня, и так мы прям весело, и караоке вчера, и танцевали. Мы, в общем, дурели, с ума сходили, как дети. А сегодня тоже, ох, и насмеялись, ох, и весело было. Но уже все. Все закончилось, начинаются будни, но мы все равно будем встречаться. Мы сегодня обсуждали уже и поездки куда-то, хочется и поехать, но уже тепла ждем. Все ждут тепла и отдыха где-то вне дома. Ну, я с вами прощаюсь, на этом все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока, спасибо всем, что вы со мной.